тебя, с днем рождения тебя, днем рождения, с днем рождения, поздравляем тебя. Еще раз. Еще не. О, кто-то там. А это Андрюха. Да. Всех витаю, дорогие мои друзья. Доброе утро. Уже все по работам. Только что чай пили, была такая идиллия, вся тишина. А сейчас уже шум нарастает, нарастает. Вон. Манты сейчас. Вчера тесто замесили, а сегодня все катают. Не все, а Тамара с Галей. Галя. Сваха, да, сваха. Лена, вот. А Галя, посмотрите. Два. Как вот, я знаю, что по-карпатски зугала, а по-русски это как? Колобок. Ну, не колобок, а то, что ты катаешь. А, то, что катаешь. Лепешки. Лепешки. Ну, короче, вот такое тесто катает. Господи, у меня сюда что уже язык заплетается. Профессионализм не пропьешь. Так. Тамара, ты от Гали отстаешь. Надо тоже двумя лепешками делать, раскатывать, не одной. Я закатываю до определенного, она дальше. Ага. Она уже так ровненько все. Ты же знаешь. Да, Галя у нас как раскатывает. Галя товарку несет. Раскатывает тоненько-тоненько. Мы показывали, у меня есть видео, как раскатывает, как тоненькую такую раскатывает тоненько. Можно даже газеты читать через тесто, да. Ссылы надо. Да. Угу. Леночка, тебе столько комментариев, столько тебе комплиментов. Спасибо. Так что чаще спасибо. Появляйся у меня. Хорошо. На канале. Да. А. Сгущенка, то, что я тебе на стол поставила. Сейчас принесу, да. Так, ага, вот это она, неси. Ну, она еще холодная. Вот это, вот юбилярша. Вот, все из-за нее сегодня. И вокруг нее все крутится. Солнце, мое виконце. Света, солнце, моя земля. Или как-то, Света, как это будет? Моя земля. Нет, сочини что-нибудь. Солнце. Мое виконце и дети, мои друзья. О, молодец. Это моя Света. Она и поэт, она и художник, она и танцор, она и певец. Она вообще все. А здесь вот пока что идут тихие беседы, а сейчас начнется штурм. Не подслушивай, Юля. Не подслушивай, а ну выключи камеру. Сейчас мы тут наболтаем. Так. Надо было мне тихо заходить. Что ж это я так? А, да? Насчет юбилея? Да. Ясно. Все, планы я потом вам покажу, кстати. В реале. И будет сегодня очень интересно. Смотрите, на канале будет очень интересно и сюрпризы будут для Света. Света, да, ты что на кухне вообще делаешь, ювелярша? Ты что, да, это самое? Уже отходи, давай, Света, ты. Давай, отходи. Возьми лучше там у нее интервью. Сегодня в 60 лет. Да, пошли, интервью лучше, Света, давай, интервьюируемая. Ой, сейчас я так цветы поставлю, да? Свете вот букетик подарили, сейчас я поставлю, ой, неподъемный. Обалденно, красивые цветочки. Это подарок от Евы.
Ева, тетя Света нарисовала. Манты, а что вы тут там полный? Народ, идите помогайте лепить манты. Бо зараз я дубця візьму, буду стигнати з усіх кімнат. Я хочу це побачити. Ніхто не слышит. Тарас первый помощник. Миша, доброе утро. Главное, мужчины все собрались. А где невестки все? Невестки? Манты, манты, манты. Давай, Андрюша, зови всех, чтобы манты лепить. Давай. Манты лепить. Ева, быстрее. Ты проснулся. Ой, манты идет лепить. Ой, Даша, какая красивая сегодня. Тетя приехала поздравлять. Ой, красиво. Да, да, не нацелуйся. Давно не виделись с Дашей. Даша, не лепи в этом манты. Одень фартук. Или вообще не лепи. Ой, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ой, оставь. Тут еще есть фартуки. Доставайте фартуки еще. Платье вы купили на Новый год? Очень классно. Цвет красивый. Мне нравится. Оксана. Здесь Любовь, вы кажете, а где невестки? А вон мы скажем, мам! Галя, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить, да? Забивать? А Вероничка смеется, да? Как они манты делают? Смеется, да? Да, смеется. Главный лепильщик пришел, да? Камал, покажи класс. Класс. Лепи. Класс. Вот так. Класс. Вот так показал. Вот так классно показал. Показал класс. Да. Вот, помогай. Привет. О, доброе утро, Юлечка. Привет. Юлечка, доброе утро. О, в конце приходят самые умеющие, да? Ты ровно не в какой конец посмотри. Где конец? Не при начале, это еще одна миска. Ты ровно скажет, конец. Посмотри, вот тарелку, конец. Нет, я имею в виду конец прихода, а не мантов. Людей. Приходят самые профессионалы. Самые профессионалы придут в конце. Нет, есть. Вообще, да. О, это профессионал. Так, теперь. Хочешь лепить?
Ой, молодец, таскает у меня. Ох, Андрюша, молодец. Вот еще одна идет. Ляпильщица. Ляпильщица. Ой. Ой, 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 Андрюша, молодец, какой помощник. Ладно сюда. Ой, молодец. Да, да, да. Сейчас покажем все, какие у нас помощницы. Дашунька, покажи, как ты лепишь. Ой, Даша умеет, смотрите. Раз, раз. Вот. Профессионал уже тоже. Угу. А ну, а Юлечка как лепит? Юлечка. Ой, какую красоту слепила. А ну, как там Ева лепит? Ну, Ева, ты же еще только первый раз лепишь, что ты расстраиваешься? Все приходит сейчас. Юля тебя приглашает уже играть. Сейчас буду плести тебе браслет. Ух ты. А работать кто будет? Кто таскать тесто-то будет нам? Ой, смешно ей, да? Они вам песенки поют. Расширяется у нас уже стол. Это другая смена. Да, да, да. Вторая смена. Первая вот еще только завтракает. То есть вторая смена завтракает, а первая уже работает. Я обиделась, что я сказала, что мы папа. Понятно. Другая смена тяжелее. Там животы надрывать надо. Серед моєї доброї родини, моєї найдорожчої рідні. Рідня моя, рідня, від віку і до нині, живе моя рідня у ниці Україні. Рідня моя, рідня, велика і красива, моя палка любов і незламна сила. Рідня моя, рідня, від віку і до нині, живе моя рідня у ниці Україні. Рідня моя, рідня, велика і красива, моя палка любов і незламна сила. О, і ми співаємо. Гекавко, гекавко, йде до води, на когось нападе, на вола, на корову чи на дівку здорову. Гекавко, гекавко, йде до води, на когось нападе, на вола, на корову чи на дівку здорову. Ми цвітовні купили, купили шарики. Ура, хлопаєм! А пока мы празднуем вот так, если вот так. Шесть, Олег, а ну что? Не, не, вот так. Мама, Света. Света, она тебя поздравляет. О. Чтобы вы были молодежные всегда и спортивные. Я знаю, вы были веселые. Света с нами же спортом занимается, она теперь будет на спортивной. А Олежка готовит свою команду. Я не знаю, я не знаю команду. Это
чтобы Света была сексуальная, как Лейза. Это потом. Света тебя поздравляет, Юль. Я тебе говорю, поздравляю. А, спасибо тебе. Так. Да. Ну, да. Нет, Оксана, надо, чтобы вы рядом с нами жили, чтобы все вместе ходили. И одинаковые костюмы тогда купим и будем ходить. Весь дом будет знать, что это Альджанова, да? Да, все вышли на прогулку. 25 человек. Это что только на юбилей на 60 лет такое делают? Даже жду. На 60 лет такой браслетик.